С молотка будут проданы оставленные вещи жителей таунхауса на Питерской. Напомним, по решению суда здание признано незаконно построенным и подлежит сносу. Жильцов выселили, а их имущество описали. Согласно закону, граждане должны были забрать свои вещи в течение 2 месяцев со дня выселения. Документ о выдворении жильцам вручили еще 16 января. Но многие свое имущество так и не забрали. На текущий момент выведены около половины оставленных должниками вещей. 2-месячный срок истекает уже в понедельник. 16 марта судебные приставы передадут оставленное имущество на реализацию.